просто не представляешь, какие сейчас у меня подростковые проблемы. Ой, Настюх, рассказывай, что произошло? Ну, короче, я не могу определиться, кто мне нравится. Или Дэн, или Даня. Вот встаю я утром в понедельник, вроде бы нравится Даня. Его челочка, его улыбка. Хоть он и не уверенный, но это ничего страшного. А встаю я во вторник, мне уже нравится Дэн. И так по кругу. То Даня, то Дэн. Ой, Настюх, мне бы твои проблемы. И вообще, как ты так можешь? За тобой бегает столько пацанов. И в прошлом бегала и Даня, и Дэн. А у меня один Жека. Ну не знаю, я тебе наоборот завидую. У тебя стабильные, крепкие отношения с Жекой. Но я хочу чего-то новенького. Пацаны, а где девочки? Даша, да откуда мы знаем, где твои девочки? Сама их ищи. Да, Дэн, не отвлекайся уже. Давай рассказывай, что у вас там дальше с ней было. Мальчики, вы что, вообще оглохли? Вам трудно сказать, где девчонки? Я откуда знаю? Там где-то. Там? Это где? Да ну вас! Да ну тебя! Давай, давай, Дэн, рассказывай, что там дальше было. Ну, пацаны, слушайте. Девочки! Она на столете ищет. Ага, ага. Девочки! О! Джессика Кэт, здравствуйте. Короче, это... Я тут девочек ищу, вы их случайно не видели? Я их нигде не могу найти. И в классе их нет, и в туалете. Джессика Кэт! Ладно. Ну, девочки! Бух! Очень смешно, я вас по всей школе ищу. Я вам сейчас такое расскажу, вы просто обалдеете. Давай, рассказывай, я уже хочу обалдеть. Да-да-да, я тоже хочу уже обалдеть. Мы двое хотим обалдевать. Да. Короче, девочки, я вам сейчас расскажу просто замечательную, нет, опупительную новость. К нам сегодня приходит новенький. Новенький? А он красивый? Эй, Настюха, тебе немного будет? И Даня, и Дэн. Настя, ну что, Даша, рассказывай. В общем, девочки, слушайте. Я же вчера самая последняя со школы ушла. Ну, контрольную дописывала. И подслушала разговор училки с Моргенштерном, ну, директором школы. И они говорили про новенького, что он сегодня приходит в наш класс. Я нашла его в инсте. Там такие фоточки, такой высокий, красивый. Это отвал всего. Отвал башки. Ну, Даша, покажи его инсту. Показывай, показывай, показывай. Да, да, давай, показывай. Девочки, да потом покажу. А теперь я вам хочу рассказать плохую новость. Тыцки-дрыцки, ну вот, приехали. Только хорошую новость рассказала, а теперь плохая. Ладно, Даша, давай рассказывай, что же произошло? Ой, девочки, все максимально ужасно. Вот вас не напрягло, почему я на второй урок пришла? Мне нечего было одеть. Вот я еще со вчерашнего вечера подготовила офигенный лук. Ну, думала сегодня новенького сразить на повал. А сегодня утром просыпаюсь и понимаю, что лук ужасный. Наряд отстой. Я подобрала новый, он не подошел. Второй подобрала, третий. И мне ничего не нравилось. Вот я и пришла на второй урок. Вот-вот, у меня та же проблема. Мне каждое утро нечего надеть. Да, а еще сегодня новенький приходит. А мы, как всегда, какие-то одинаковые, однотипные. И вообще, я бы, возможно, даже цвет волос изменила бы. Да, какой-нибудь яркий. Да, сейчас как раз осень, хочется ярких красок, цветов. Да. Короче, девочки, я предлагаю немного сменить наш имидж. В общем, сейчас мы Джессике от имени наших родителей напишем записку, что нас не будет на уроке химии по очень важным причинам. А сами сдрыснем в ближайший ТРЦ на шопинг. Погнали! Не, слушайте, пацаны, я вообще что-то понять не могу. С одной стороны есть Настюха, а с другой ты и Дэн, и ты Даня. Я вот не пойму, объясните мне, с кем из вас она мутит? Жека, от кого она от тебя такой вопрос не ожидал? Понятное дело, она со мной мутит. Ты видел, как она смотрит на меня своими голубыми глазами?
Да она от меня млеет. Да что ты там мелешь? Она от тебя млеет. Ты серьезно? Ты думаешь, она пару раз возле тебя посидела и все, она твоя? Ты ее хоть раз варениками кормил? Или, может, пиццу приносил? Или цветочки дарил? Или там... Вы хоть раз вообще целовались? Пока что нет, но у меня еще все впереди. Да, пацаны, успокойтесь. Может быть, вы свои отношения не в классе будете выяснять, а как нормальные пацаны, выйдите на улицу и там разберетесь. Точно, все, идем, я тебя жду за территорией школы. Ха, рассмешил, да пойдем я тебя одним мизинцем. Смотри, только там кирпичи не наложи. Вставай, пойдем. Мальчик, дайте мне еще раз пройти. Давай уже. Ты смотри на них. Они такие нервные, деловые какие-то. Угу. Строят из себя непонятно что. Все, девчонки, погнали менять имидж. Погнали, давай. Пацаны, уже звонок, потом разберетесь. Повезло тебе. Это тебе повезло. Я тебе сейчас показал, где раки зимой. Все, пацаны, разберетесь после урока. Пошли. Да прыгай! Ох уж эти мальчики надоели. Ох уж эти девочки надоели уже. Ребят, а училку кто-то вообще видел? Где она? Да здесь я, здесь. Здравствуйте, ребята. А почему не полный класс? Где девчонки? Где наши красавицы? Ага, вот записочка. Уважаемая Джессика Кэт, просим отпустить ученицу Дашу, Настю и Настюху с урока химии по уважительной причине, с уважением мамы девочек. Надо еще проверить, что это за мамы девочек, я им позвоню. Джессика Кэт, а мы вот с пацанами на улице были, и, короче, когда мы заходили, они куда-то убежали все трое, и, наверное, записка это от них. Да-да-да, мы возле двери с ними столкнулись, они сегодня такие наглые. Джессика Кэт, а вон у вас доска грязная, давайте я ее протру. Жень, так она чистая, мы ее мыли недавно. Да? Давайте тогда я напишу число, классная работа. Ну хорошо, спасибо тебе, иди напиши. Да, можно? Хорошо. Джессика Кэт, а он с одной S написал, поставьте ему двойку. Действительно, Жень, почему одна S? Вызвался к доске написать классная работа и сделал ошибку. Опозорился, ха-ха-ха. Не, ну нормально у меня, друзья. Вот вам еще одна S. И фиг я с вами бутиками на перемене поделюсь. Джессика Кэт, я походу знаю, почему Женька сегодня такой хорошенький. Он, наверное, домашку всю не сделал. Вот из-за этого и к вам подлизывается. Дэн! Ты чё? Я сейчас с тебя мелком кину. Ага, попробуй только, я портфелем тебе сдачи дам. Так, ну хватит кидаться портфелями, мелками. Жень, садись, пожалуйста, на место, давай. У меня к вам сегодня хорошая новость. В школу приходит новенький. Новенький или новенькая? Мальчик или девочка? Мальчик приходит, новенький. В вашем классе скоро будет новенький мальчик. Оу, интересненько. Походу еще один в Настюху влюбится. И будет уже не любовный треугольник, а любовный квадрат. Да-да, заходите. А вот и наш новенький. Салют, однокласснички. Ого, какой у него эрекез. Эй, ты! Убери свои носочки с утятами. А то более они так плохо пахнут. Слышь, ты чё офигел? Что ты себе позволяешь? Ты знаешь, кто я? Ну и кто ты такой? Я брат. Я брат Соломы Моргенштерна. В
Всем все ясно, все услышали. Чё? Да чё ты нам тут заливаешь? Нет у Моргенштерна никакого брата. Дэн, тихо. Он правду говорит. Я вчера читал статью, что у Моргенштерна есть брат. Так, ребята, не спорьте. Это действительно брат Моргенштерна. Прошу любить и жаловать. Эй, ты, брат Моргенштерна. Ты так и будешь посередине класса сидеть? Или как сядешь все нормальные ребята за парту? Где хочу, там и сижу. Не умничай мне здесь. Я не умничаю. Я просто констатирую факт. Девочки, вы готовы нашего новенького сразить на повал? Конечно, он 100% будет мой. Настюха, тебе немного будет? У тебя Дэн и Даня есть. Нет, немного. О, наши девочки перекрашенные пришли. Да ну. Ого, класс. Здравствуйте, Джессика Кэт. Извините нас за опоздание. Мы пришли учиться. Девочки, смотрите, это наш новенький. Посмотрите, какой у него крутой хейр. Эй, не трогайте, он мой. С чего это вдруг он твой? Даша, а ты не наглая? Почему это он твой? Потому что у тебя Жека есть. Ты забирай этого Жеку себе. Эй, Чикуль, угомонитесь, не тройте мой хайер, садитесь по местам. Это он мне сказал. Нет, мне. Да мне, слышала. Девочки, угомонитесь, он это вообще мне сказал, вы-то тут при чем? Да угомонитесь, это я вам троим сказал, по местам, быстро. Настя, я вот это вот сейчас вот это вот вообще не понял. Вот это что ты Даша сказала про меня? Вот это забирай, Даша. Вот, это я тебе что, вещь какая-то? Да успокойся, мы с Настей все уже порешали. Не, ну нормально, они вообще порешали без меня. А вы это, у меня вообще спросили? А зачем? Новенький, слушай, а ты не хочешь ко мне сесть? Я вот одна сижу. И чё, я тоже один сижу. Садись ко мне, новенький. Я сам буду решать, с кем мне сидеть. Слушай, а у тебя девушка есть? Настюха, ты чё творишь, я понять не могу. Ты посмотри, она уже к нему свои круассанчики подкатила. Эй, рыжая, бесстыжая! Ты что, совсем офигела? Я для чего свои волосы в салоне красила? Иди отсюда! Мальвина, ротик свой на замочек! Знаешь, а мне нравятся такие решительные девочки. И рыжий цвет мне тоже нравится. Знаешь, может, ну его эту школу? Погнали ко мне на хату! Да, погнали! Ребят, вы видели, как Настюха с нами поступила? Если хотите продолжения, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нашего видео. И чей вам образ понравился больше? Мой или мой? И всем пока-пока, чмоки-чмоки, муа!